Партия малого барабана — это первая возможность для того, чтобы начать импровизировать. Мы можем играть какие-то мелодии, мы можем придумывать ритмы, мы можем взаимодействовать с солистом, таким образом подчеркивая линию солиста, окружая ее какими-то новыми звуками, новыми красками. Лучшим источником таких идей являются мелодии. Вот почему так важно слушать солиста и все, что происходит вокруг вас. Не концентрируйтесь только на собственной игре, не думайте только о барабанах. Вырастите себе большие уши и сканируйте этими ушами пространство вокруг вас. Весь ансамбль, вы должны слышать каждый звук и реагировать на этот звук. Потому что нет ничего хуже, чем музыкант, который не взаимодействует. Мы разговариваем с помощью звуков. Музыка — это язык. Вы должны общаться с другими музыкантами, используя звуки. Вы не можете общаться, если вы не слышите других людей. Это будет напоминать монолог. Это не будет звучать как музыка. Для того, чтобы нам было легко исполнить все, о чем я только что сказал, нам нужно заняться координацией. Тарелка, хай-хет, бочка. И теперь мы добавили малый барабан. Давайте возьмем, к примеру, известный блюз Сони Роллинза, который называется «Tenor Madness», который любезно для нас сыграл Андрей Красильников. Запомнили? Давайте попытаемся изобразить эту мелодию на барабанах, а точнее в данном случае на малом барабане. Помните, что партия бас-барабана должна быть едва слышна. Вы должны играть не громче, чем контрабас. Задание. Выучите 5 разных джазовых стандартов. Это должны быть стандарты с разной формой. Four. It could happen to you. Sometimes I feel calm. I got rhythm. Tenor madness. Я только что назвал 5 разных джазовых стандартов. Давайте попытаемся сыграть эти мелодии на малом барабане. Экспериментируйте с тембром и звуком. Сейчас для этого есть все возможности. Например, для записи своего дебютного альбома Outside the Box я использовал пластики Evans, который называется UV-1. Ищите свой уникальный голос.